Добрый день! Экипировочный центр judoshop.ru представляет уникальную коллекцию брелоков для дзюдо, сувенирная продукция впервые в России. Совместный проект компании Fighting Films и детского литературно-художественного журнала «Мурзилка», одного из самых известных детских журналов в России. Это уникальная коллекция брелоков с логотипом «Мурзилки» и компании Fighting Films. Это пояса, маленькие пояса с обратной стороны с иероглифами дзюдо. Ну, давайте мы, во-первых, посмотрим. Представлена коллекция в четырех цветовых гаммах. Это белый пояс, желтый пояс, оранжевый пояс и зеленый пояс. Почему именно только в четырех цветовых гаммах? Потому что, ну, предположение такое, что именно эти цвета олицетворяют детский возраст, потому что уже пояса более высокого уровня, это уже все-таки не совсем дети, а уже достаточно взрослые люди, там юноши или молодежь. А такие цветовые гаммы, значит, гаммы — это белые, это начинающие, желтые — это уже ребята чуть-чуть повзрослее, оранжевые, зеленые. То есть это возраст от 5 до 12 лет. Тот возраст, как раз, который предусмотрен также и журнал «Мурзилка», когда мы читаем этот журнал, очень интересный, и, соответственно, и для тренировок. Итак, давайте мы посмотрим на эти брелки, мы их распакуем. Да? Так, вот у нас белый брелок, посмотрите, как он выглядит. Два логотипа, с обратной стороны у нас дзюдо, здесь хорошее кольцо. Качественная продукция, очень усиленное кольцо здесь не оторвется. Очень хороший сувенир для начинающих дзюдоистов, для ребят, ну и вообще хороший подарок. Итак, посмотрим, сейчас распакуем желтый пояс. Он также выполнен из настоящего пояса, то есть это просто взят кусок настоящего пояса, прошит, пришиты логотипы. С обратной стороны иероглифы дзюдо, точно такой же дизайн и такое же качество продукции. Оранжевый пояс. Вот оранжевый пояс. Также два логотипа, компания-производитель Fighting Films и логотип «Мурзилка» и дзюдо, да, такой. Вы видите, здесь «Мурзилка» в кимоно. Здесь иероглифы дзюдо. И зеленый пояс также. Вы видите, в таком же стиле выполнен. Как я уже сказал, эти все брелоки очень хорошего качества. Компания Fighting Films — один из лидеров производства экипировки для дзюдо. А экипировочный центр judoshop.ru — это официальный партнер компании Fighting Films в России, который реализует данную продукцию. А также можно связаться непосредственно с представителем компании Fighting Films для оптовых закупок. Вот такие брелки, очень хороший подарок, сувенир. И также для дополнения к тем подаркам, которые могут быть вручены, когда ребенок достигает какого-то уровня, да, это белый пояс, желтый, оранжевый или зеленый. Так, коллекция «Мурзилка» Fighting Films. Рекомендуем.